Сындук. А мы раз мы смотрели разве Сындука хоть раз? Да, мы смотрели с тобой какую-то штуку про игру какую-то. Какую-то штуку смотреть. Короче, привет. Сындук выпустил видео новое. Знаете об этом? «Четвертый богатырь» называется. Я смотрю по превьюшке, там, походу, будут чувачки из этого мультика про богатырей. Смотрел фильм вообще мультики про богатырей? Кого? Да. Ну, я смотрела. Я думаю, что будет интересно. Я уверен. Поехали. Поехали. Хочешь развлечься? Стой, не висай, ты вниз. Залезь мне в сердце, а не в мой плейлист. Вандал, не слушай, я как поганка. Могу засрать всех, но я не засранка. Предыдущий видос с приключениями богатырей набрал аж 8 миллионов. А мы пропустили. Вообще 20. Вы что там творите? Еще жестко, да? Я мог обещать вам, что продолжения этих 3D-мультов будут выходить регулярно, но есть одна штука, которая отнимает слишком много моего времени. GT Arcade — одна из лучших игровых платформ с браузерными играми ever. На платформе полно интересных. Где он заседает. Да-да. Of Oblivion, Era of Celestials, Legacy of Discord и League of Angels. И даже Lays of Destiny. Последнее я выдумал только что, но зато там есть вот такое. В общем, бегай, прыгай, мать. Он вроде в прошлый раз тоже это рекламировал. Игр абсолютно бесплатно. Все игры представлены в Google Play и Facebook, так что переходи по ссылке и играй в ожидании новых видосиков. Только глаза от компьютера не посади. Так. Жили-были трое богатырей. И каждый день ели они жимолость, пили чай, жестко. Играли в шахматы, какие-то. Они специально такие. Козлов не угодно. Гнущиеся. Да. Да, менялись женами. Ничего себе. Ух-ха-ха, видел-то жена. Князь Владимир была. Богатыри одним и тем же. Ни хрена не деланием. Упали рейтинги богатырские ниже некуда. Пригорюнились герои, потеряв славу прежнюю. Что уж они не предпринимали, чтобы былое величие оживить. И разборки публичные организовывали. Видео кликбейтные заливали. Хитовый пытались написать. Ну-ка. Чили-тум, чили-чили-чили-тум. Даже кончину собственную имитировали. Все без... Все ради хайпа. Стал народ от трех богатырей. Еще бы, за столько-то лет. Ушли они в депрессию лютую. Начали музыку мрачную слушать. Черное носить. Готы? Обязанности свои позабыли. Поэтому Русь-матушку быстро захватили басурмане треклятые. Верхом на червяк огромный. На червяк? Что? Было народ. На аскаридах. Русью закатилась навсегда. Что это? Из ниоткуда. Ты глисты. Новый богатырь. Свят. Сильнее, крепче и статнее всех троих вместе взятых. Одним пальцем он жмет 60 обозов сеном, другим паразитов иноземных с Руси прогоняет. А как жестко. Все бабы на Руси сразу рожать начинают. Рожать? Его, естественно. Наши горе-богатыри, неудачники подзаборные. Да поздно уже. Сидит Святосвят и над Русью возвышается. Жены богатырские теперь ему спинку. Обмахивают, глянь. Проблемы все на Руси решены. Все счастливы и довольны. Хороводы водят. Единственный друг богатырски преданный. Славный конь Юлий. Рыбчина. Юлик. Реакция в интернете. Юлик. Нет с бабкой отдыхать на лето. Так что подмоги ждать неоткуда. Стали наши богатыри думать, что делать теперь. Они такие текстуры офигенные, да? Рифнуться. Тихо. Суисайд. Других убивать, другое дело. Погнулись. И поняли наши богатыри, что терять нечего. Раз уж все проблемы на Руси самозванец порешал, то надо теперь его порешать. Новые проблемки застряпали. Жестко. Поехала. Сено жечь, камыши. Поворачивать. Мусорные полигоны устраивать. Конфеты с могил воровать. Да представляться компьютерными мастерами, чтобы одиноких пенсионеров разводить. В общем, устроить пуще прежнего. Ну что, богатырь новый, мерин сивый, готов такую Русь с колен поднять, а? Да, покажи-ка силушку свою немеренную. Смотри, у него погоны, видел? В
Братцы, я что-то переживаю, ибо девался куда-то этот богатырь великий, а Русь что-то совсем в опасности. Ох, наконец-то вы вернулись! Ай да Русь спасать! Царька малая! Жены, а где богатырь великий? Да он купаться в Волгу, матушку, пошел по пьяни и утонул. Эпично, да? Богатыри наши, на помощь Руси никто не придет, а ситуация данная зашла пуще некуда. Так что решено было просто отрезать от страны гиблый кусок, да басурманом его сбагрить. Прекрасно, да? С кем путем проблему решить? Так и стало на Руси снова хорошо. Тум-тили-тум-тили-тили-тили-тум! Кажется, на самом деле проблемы все решаются, да? И трожопа какие. Вообще. Видео ржачное. Мы, на самом деле, просто не смотрели про прошлой серии «Богатырей», да. И про «Чинил» не смотрели. Блин, жалко. Вот я смотрю, жалко. Вот эти вот мульты, они классно вообще выходят. Они очень крутые. Они поэтому не зря набрались столько, потому что просмотрим. Блин, вот эти «Богатыри», это их форма, это их движение. Что вообще такое? Я не знаю, как это можно было еще какому гаде сделать, блин. Если вам понравилось, не забудьте подписаться и поставить лайк. Пока.